понедельник около 5 часов утра в одной из квартир в 15-м доме на проспекте Мира было найдено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти. Эту информацию нам подтвердили в окружном следственном комитете, добавив, что ведутся следственные мероприятия. Как рассказали журналистам Сургут-24 коллеги погибшей, она работала медсестрой в Сургутской клинической травматологической больнице, в том же отделении, сотрудница которого Аяжан погибла в ноябре. Расследование того дела идет по статье «Доведение до суицида», оно еще не завершено. Ее нашел муж, как мне сообщили девочки, что он утром в 4:30 зашел в ванну и нашел ее повешенную, уже холодную. С вечера все было нормально, они легли спать, а утром он зашел в ванну и увидел это по рассказам девочек, которые утром мне об этой трагедии сообщили. Вы вместе работали, да? Да, мы работали вместе. У нас также операционные бригады, как все зеркальная ситуация, как и с Аяжан. Мы работали в одной бригаде. Иру я знала тоже лично.